Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, их работами. Немножко узнаем биографию этих художников. Сегодня у нас Джон Гамильтон Мортимер. Английский художник и график, принадлежавший к неоклассическому направлению живописи. Мортимер родился 17 сентября 1740 года в семье офицера береговой стражи. Художественное образование получил в Академии герцога Ричмонда, куда поступил в 1757. Во время учебы познакомился с другим, впоследствии известным английским живописцем Джозефом Райтом, дружбу с которым поддерживал всю свою жизнь. Я пользуюсь переводной Википедией. Также был знаком с художником, писателем и графиком Сэмюэлем Ирландом, с которым сотрудничал в мастерстве гравюры. В Академии Святого Мартина его сокурсниками были Томас Джонс, Уильям Парс. Мортимер также учился у Чиприани, Роберта Эджа Пайна и сэра Джошуа Рейнольдса. В начальный период творчества создал многочисленные пейзажи и романтические серии картин в Италии. Начал выставлять свои работы на регулярной основе в начале 1760-х годов и стал активным членом общества художников. Через некоторое время стал президентом этого общества, это произошло в 1774 году. В 1770-е годы писал полотна в стиле Сальватора Росс и как-то рассказывал о этом художнике. Хорас Уэлпл, известный английский государственный деятель и писатель, даже называл Мортимера имитатором Сальватора Росса. Мортимер был автором произведений исторической живописи, а также живописи, посвященной судебной системе, борьбы с насилием, криминалом и так далее. В 1775 году женился на Джейн Хэррелл, что, конечно же, повлияло на его творческую продуктивность. Из-за своего членства в обществе художников Мортимер не выставлялся в Королевской академии до 1778 года, 3 года после женитьбы, когда он показал 5 работ, в том числе сэра Арткелли и 3 сцены с итальянскими бандитами. 2 ноября того же года он был избран членом Королевской академии. Умер от недокументированных причин, как написано вот в Википедии, 4 февраля 1779 года. Ну вот и все, что мне удалось найти о художнике Джон Гамильтон Мортимер, английский художник и график, принадлежавший неоклассическому направлению в живописи. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.